Итак, всех приветствую на канале. Сегодня все просто. Кейс-симулятор по CS Global Offensive. Собственно, есть у меня уже ранг Silver 2. Хватает Silver 3. Есть у меня все коллекции кейсов. Естественно, что здесь нужны ключи. Можно просматривать кейсы за видео, но мы с вами как бы погрузимся в те кейсы, которые уже давно забыты, те коллекции, те сувенирные наборы, которые, собственно, обалдеть как приносят денег. Ну, многие любят смотреть кейсы за реальные деньги, это понятное дело, что симулятор. Здесь, ну, можно себя ощутить, конечно, как в настоящем. Варианте, так и искусство. Значит, ну, начнем с Cobblestone. Серый предмет самый дешевый, но в свое время коллекция была очень дорогущей, порядка 700 рублей кейсы стоили вот эти. О, прилетел. Вот если бы рыцарь выпал, это 1000, ну 150 наверное стоил бы. Если прямо с завода. Вот, блин, реклама немного вылезает. Так, а вот это, кстати, бустер выпал. Вот эта вот звездочка, которая позволяет нам, собственно, быстрее все открывать. Вот этот юз. Королевский голубой. Прямо с завода. Офигеть. Шикарен. Юз, то, что нужно. Дигл пролетел. Ну, это шляпа, закаленная в боях. Не катит. P90. Все ясно с вами. Давайте дальше. О! Неплохо, но дешево. Так, ну давайте теперь откроем на Мираже. На Мираже тоже. Смотрите, какие скины были. Особенно вот этот. Сувенирный. Кстати, кто забыл, чем хорош Cobblestone? Драгонлор здесь, ребята, есть. В этой коллекции. На нюке я не помню, что хорошего. Так, 9. Такое себе. Так, ну, что по кейсам здесь? Давайте откроем вот этот. Коллекция. Мечты и кошмар называется. Ноль. Вот это да. То есть он вообще какие-то копейки стоит. Так что ли? Ну и ладно, давайте его уберем. Как его скинуть-то этот? Пришлось сохранить, но мы его потом обменяем на площадке торговой. Так. Дешево, все дешево стоит. Давайте что-нибудь дорогое, фиолетовое какое-нибудь. Ну, это все неинтересно. Это все обидно, так сказать. О, бизон. Не дают. Слушай, принципиально здесь не дают.
наверняка поношенная. Кто же его поносил-то? Когда-то еще были крутые кейсы с операцией Браво. Смотрите, здесь вот такие вот ништяки есть. Поехали. Откроем. Ну, видите, есть безлимитные, без покупки ключей, есть за донат. За донат, конечно, бы не хотелось. Слишком, ну, мы же не выведем здесь ничего. Ну, вот это, кстати, прикольный юз, посмотрите, какой он. Давайте его заберем. Так, что еще здесь есть? Здесь, по-моему, есть авик и перчатки. Ну, давайте попробуем его. Что дадут? П2000. Дешево. Что так дешево-то? Ну, как бы вообще, я бы так сказал, ребят, что ни о чем. По деньгам тут получается какие-то копейки. Фиолетовая. А он пролетела АВП. Ну, кстати, фиолетовая здесь хоть так и дешево смотрится, но по крайней мере выпадает револьвер. Так, отлично, уровень повышен. Спир Сильвер 3. Спир джекпот. Какие-то кейсы разблокированы. Давайте посмотрим, что там. Что там разблокировалось? Что нам дали? Не знаю, что дали. Знаю, что теперь джекпот есть, да? Так, давай скины к джекпоту. Вот мои скины. Наклейка Мибр, кстати, есть. Ну давайте, может, испытаем счастье с джекпотом. Не знаю, что закинуть. Давайте тег закинем. P7. Чуть-чуть 20 рублей, да, не хватает? Или что это? Ну ладно, вот этого закинем. Так, я немного не понимаю, что нужно для джекпота, диапазон цен. А что, у нас не хватает денег? Не понимаю я прикола. То есть сколько надо? Кто мне объяснит, как здесь вообще играется? Блин, Рик. Так, кажись, я понял. Смотрите. Я тут поставил депозит. И что? Где я-то? Или что-то я себя не вижу. Скины в депозите. Как эта схема работает? Ну, я-то есть, нет? Лос. Я понял. То есть здесь надо закидывать дофигища денег. Ясно. Все с вами ясно. Сильвер 4, Сильвер 5,
усилия 6. То есть дофига всего нужно. Ладно, будем развиваться. Сегодня мы так чисто посмотрели. Давайте еще откроем. Чисто посмотрели новые коллекции. Вот это буквально вышло. Мечты и кошмары, да? Ну и дальше будем уже развиваться. Если нормально поддержите, то что-нибудь интересное здесь с открытием каких-нибудь крутецких кейсов еще сниму. Ну, чуть-чуть прокачаю, естественно. Вот, ну на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока-пока.